Побрызгалось маленько, а? Да я по дороге иду, так. Я тапочку. Ты не попробуй быстрее пройти. Море идете снимать? Да. Или купаться идете? И то, и другое зрите. Ух ты, тут какой-то люк. Селфи делаем? Ниже, ниже, ниже. Ёлки-палки, а. Вы блогерствуете? Да. Рассказывайте всем знакомым, что здесь происходит, да? Да. А вы откуда сами? Из Барнаула. Ладно. Рядышком. Удачи.
ладно. Здесь непонятно, где шли сильные дожди, потому что у нас там, вот где мы живем, Анапск, у нас даже дождик был мелкий такой, да, ну, морося, такой мелкий, периодически чаще, гуще, там, реже, в Гастагайке был недавно такой ливень в этот момент. Они, говорят, местные жители, говорят, даже такого не помнят, просто стеной стояло где-то около часа, залило все, у нас не было дождя. И вот здесь часть города, может, вот там затапливало или... Да, все звонят, спрашивают, видео катастроф шлют анапских, а мы ничего не видим там. Самый основной тайфун передают на завтра. Вообще-то я не знаю, что там будет в городе.